Церемония открытия творческого фестиваля «Студенческая весна-2016» собрала на площадке перед главным корпусом Брестского государственного университета имени Пушкина не один десяток человек. Талантливые представители студенческой братии открыли традиционный весенний форум ярким флешмобом, исполнив зажигательные танцы под мотивы популярных и полюбившихся музыкальных произведений. Официальная часть сведена к необходимому минимуму. Руководство вуза уверено, этот праздник в первую очередь для студентов, и именно они должны идти в авангард мероприятий. Я всегда говорю студентам, что мне приятно с ними общаться, потому что их энергия, молодость, которая идет от них, она позитивно влияет и на нас, взрослых, которые заряжают нас своей энергией, своими инициативами, творчеством, поскольку сама пора молодежи ориентирована на это. Поэтому у нас действительно в нашем университете, я говорю, что очень творческая молодежь. Масштабный и яркий танцевальный старт положил хороший задел всем запланированным в рамках фестиваля мероприятиям. А их, по словам организаторов, будет немало, более 20. Причем совершенно разноплановых. И здесь и конкурсы, и мастер-классы, и КВН, и театральные постановки, и интеллектуальные турниры. Важным событием должен стать студенческий парад, который, согласно плану, пройдет по улицам областного центра Брещины 6 апреля. Идея этого парада в том, чтобы показать нашему обществу, что студенческая молодежь активна, она хочет решать проблемы, быть полезной обществу, помогать государству. И, конечно, тот талант, энергия, креатив, который есть у студентов, они позволяют это делать. И нам радостно, что идея этого парада студенческого тоже принадлежит, конечно, студентам нашего университета. По словам участников мероприятия, студентов вуза, возможность такого творческого самовыражения неоценима. Это позволяет не только внести разнообразие в череду учебных будней, но и приобрести новых друзей и найти единомышленников. К тому же фестиваль – событие, которое запомнится на всю жизнь, а студенческие годы по определению должны быть богатыми на положительные эмоции и незабываемые впечатления. Человек развивается, должен всесторонне, не только учеба. Учеба, конечно же, на первом месте, но театральная, музыкальная сторона, хореографическая должна присутствовать. Каждый человек, мы же педагоги, а мы должны уметь общаться с публикой, поэтому это какой-то своеобразный урок в жизни. Я считаю, что студент должен развиваться всесторонне. Кто-то танцует, кто-то поет. Вот я танцую, и я очень рада, что я могу себя проявлять здесь. Всем нравится, все довольны, просят, чтобы мы участвовали в разных мероприятиях. И очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Выставки, песни, танцы, все очень круто. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.